В то же время бывший глава католической церкви горячо поддержал тот акцент, который папа Франциск делает на милосердии. Об этом бывший понтифик сказал в редком публичном интервью, которое было обнародовано 17 марта, сообщает христианский портал InVictory. Интервью Бенедикта XVI взял известный католический богослов, священник иезуит Жак Серве. Оно стало главой в новой книге, изданной в Италии, которая содержит материалы конференции, проведенной в Риме в прошлом году. Размышляя над природой христианской веры, отставной папа римский отметил, что личная вера неразрывно связана с церковью. С одной стороны, вера – это глубоко личная связь человека с Богом, который касается моего сердца и помещает меня в прямой контакт с живым Богом, так что я могу говорить с Ним, любить Его и вступить в общение с Ним. В то же время, это глубоко личный опыт неразрывно связан с обществом, говорит Бенедикт XVI. Папа эмерит Бенедикт XVI отметил, что великие миссионеры католической церкви всегда настаивали на том, что обращенные ко Христу люди должны прийти в церковь для спасения своих душ. Но эта вера была потеряна после Второго Ватиканского собора, считает папа Бенедикт. Результатом стал глубокий кризис, сказал отставной папа Римский.